Сегодня мы в клубе Кинка Муай-Тай. Он же Кинка Супа Муай-Тай. Раньше это был клуб, он назывался Супа Муай-Тай. Здесь были владельцы тайцы. Потом выкупили китайцы и назвали Кинка. Клуб он небольшой, но в то же время он функциональный. Да? Тут 4 ринга. Есть зона функционала небольшая, там тренажеры, гантели. Вот, в общем, все сейчас покажу. Ну и маленький мини-магазин с экипировкой клуба. Голеностопы, шорты, перчатки. Ну, к примеру, вот перчатки 1850 бат. В рубли умножайте на 2. Лапы. Если кто-то с собой хочет прикупить. Лапы 3950. Магазин не шибко, так сказать, ассортимента большого, но так, если что-то хочется прикупить, есть. Сейчас я вас познакомлю. Привет! Это Кия, старший тренер клуба Кинка Супа Муай-Тай. Вот. Так что добро пожаловать на тренировочку. Кия очень профессиональный тренер. У него более 250 боев по профессионалам. Вот, но это не главное. Главное его способность передавать материал тайского бокса. И ну, это надо почувствовать. Да? После того, как вы опробуете многих тренеров Таиланда и немного поймете уже, какая есть разница, ну вы поймете, о чем я говорю. Да? То есть тут педагогика очень важна. И не травмировать, и в то же время донести, вымотать, но вымотать правильно. Еще чуть-чуть, и я буду профи. В общем, кому надо будет замотать, размотать, ко мне обращайтесь. Очень удобно, здесь получается такая ударная подушечка, прям очень комфортный способ. В Кинка Супа Муай-Тай проходят групповые тренировки каждый день, дважды в день, утром и вечером. Они стоят по 300 бат, но есть дневной тариф, стоит 500 бат, это сразу две тренировки. Если вы хотите сходить только на одну групповую тренировку, это 300 бат. Также можно заниматься персонально, в любое удобное для вас время. Персональная тренировка здесь стоит 600 бат. Меня кто-то там кусал? Нет? Я как этот... Этот клуб не очень большой. В самом начале зона свободная с мешками, 4 ринга. Главный ринг самый первый, второй, третий, четвертый. Мешки вдоль всего клуба и небольшой тренажерный зал. Lock, 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 lock
Считать по тазике, в то время как бьешь, не вариант. Yes, side 45 degrees. Yes, да, очень важно ставить блок не вперед колено, нет, да, не сильно в сторону. Нет. Локоть не внутрь. Нет. Убираем 45 градусов, локоть прячем. Да, сильный, сильный. Сильный. Напрягаем руку. Пошли в другую сторону. То есть куда бы вам не попали, вам будет, в принципе, все равно, потому что вы будете ставить блок правильно. Then the technique block, just like this. Можно просто стоять, даже нарабатывать блоки, стойки. Hands. Очень важно держать руки тоже напряженные. Поднимаем руки, ноги. Up. Будет как вот так. And the NASA, lean back. Let's stay just straight, step back. Уклон корпуса назад. Мы оставляем левую ногу на месте, опускаем левую руку, правая на защите. Нет, хорошо. Не поднимаемся вот так, не опускаем. Ничего, да. Step back. Шаг правой ногой назад, оттягиваемся. Yes. Корпусом. Возвращаемся. И потом уже можно ответить жестким прямым. Или локтем, или еще что-то. Так вам не страшно будут ни прямые удары, ни руками, ни кики ногами, ничего. Защищаться тоже нужно уметь. Окей, кап. Я чуть ли не врезала в лицо с ноги, потому что перепутала Монденлак и Джеракефера. Вот. Джеракефера — это кик в голову с разворота, а Монденлак — это толчок как тип, только сбоку, ногой в живот. И вот он попросил-то толчок в живот, а я ему залепила с вертухи кик, хай-кик. Но мы вернулся. Просто у меня ноги длинные, я над головой его прошлась. Вот. А так бы попало. Без приключений не бывает. Все. Я сегодня пробежка, и день выполнен. Здесь же при клубе Кинка есть бунгало. Мы как-то снимали один год, жили при клубе. В 7 утра подъем, тренировки. Вы будете просыпаться от того, что здесь стучат уже пэды.
Вот, номера довольно-таки комфортные. Стоимость на... Мы брали 2 недели, около 9 тысяч бат. Соответственно, они двухместные. Удобно то, что вы сразу же при клубе вы можете тренироваться, готовиться к соревнованиям. Неудобно то, что море далеко, нужно ехать, да? Ну, конечно, тут недолго, минут там, 7 на мопеде, но надо добираться. Вот. А так при клубе сразу же можно же поселиться, заниматься, готовиться к боям и жить. Вот. Номера комфортабельные, есть холодильник, есть, соответственно, система там, охлаждения. Комфортно, да? Вы не будете жариться, париться. Вот. Как бы все, что нужно, есть. Тут же рядом есть и кафе, где перекусить, магазинчики, есть постирочная, где можно прачечные, да, вещи сдать, постирать. В общем, для комфортной, так сказать, подготовки вас к подведению к боям все условия. После тренировки всегда нужно подкрепиться, и в этом плане очень удобно, что рядом с нашим одним из любимых лагерей тайских есть кафе под названием Кеш Юнат. Находится буквально в 50 метрах от клуба. Можно зайти клуб пообедать. Там. Клуб, да, вот за машиной, можно сказать. Как ориентир Happy Elephant. В общем, совсем рядышком. Называется Кеш Юнат, вывеска такая не очень... Примечательно, но тем не менее она есть. Здесь есть все. Супы тайские, супы европейские, блюда тайские, блюда европейские, рыба, мясо, сладкое. В общем, абсолютно все, что хочешь. Ну, даже мы с ребенком приезжаем. Да, и ей всегда здесь есть что поесть. А самое главное, очень вкусно и совершенно недорого. То есть цена, качество. И здесь очень милая хозяйка, она всегда заботится о своих клиентах. Да. Всегда нас очень рады видеть, встречает как родственников. Ну да. На самом деле как-то невзрачно всегда проезжал, но как-то вот по рекомендации со стороны, тоже да. Бойцов заехали. И теперь после тренировочки каждый день сюда на легкий обед зарядиться, перекусить. Что? Это по завтракам? Это завтрак, да, меню завтрака. Я хочу каких-нибудь блинов. Сейчас буду просить делать мне блины. Основные блюда, куча. У них очень вкусные завтраки, кстати. Вот. Фреши. Вот рекомендую ватермелон. Я рекомендую коктейль гуава и лимон. Сок очень вкусный, освежает. Прям кайф. Ну и блюдо. Вот это бомбическое. Вообще, улет. Мы любим американские и австралийские завтраки. Яйцо они готовят в том виде, в котором ты хочешь. Яичницу, омлет, яйцо пашот, помидорки, бекон. Очень вкусно всегда, авокадо мягкий. Здесь все вкусно. Давай выбирать. Да. Супы. Супы европейские. Традиционные. Вот. Посмотрите на цены. Да. Очень вкусный вот этот чикен суп куриный. Стоит всего 80 бат. Он очень сытный, очень вкусный. Правда, советую. И вот этот суп тоже вкусный, кукурузный. Эти два мы еще не пробовали, но я думаю, что тоже будет вкусный. Паттайя 80 бат. А что нет? Так что, пожалуйста. Паттайя пришел. Очень аппетитно, очень вкусненько. Сейчас будем пробовать. А это микс-гриль. Курица.